Не бойтесь эпидемии. Жители Кемеровской области стали реже болеть. За первую неделю ноября в больнице региона с признаками ОРВИ обратились больше 13 тысяч кузбассовцев. Это на 7% меньше, чем на прошлой неделе. Большинство заболевших – дети. В Междуреченске несовершеннолетние травятся каплями. Очередной случай зафиксировали работники скорой. Подробности в рубрике 03 информируют. За неделю на станцию скорой помощи поступило 585 обращений. Доставлены в стационар 126 человек, половина из них госпитализированы. За советом обратились 132 междуреченца, ложных вызовов 14. На первом месте по-прежнему болезни системы кровообращения. Жаловались пациенты и на болезни органов дыхания. Зафиксировали 33 травмы. Был вызов девочка-подросток 14 лет, огнестрельное ранение. К счастью, травмы не тяжелые. Поверхностная. Обработали и доставили в травмпункт. Также зафиксировали отравление нафтизином у детей. Два случая сестрички-близнецы, 3 годика. Мама без назначения врача закапывала нафтизин. Причем не детская форма, а предназначена для взрослых. В итоге девочки в состоянии их средней тяжести были доставлены в детскую больницу. Врачи призывают родителей при признаках болезни обращаться к педиатру. Назначенные препараты применять строго по инструкции.